Друзья, всем привет! С днем рождения, Россия! Остановитесь! Прям для вас центра событий, прям внутри дорожки нахожусь, друзья. На улицах нашего города. Красава! Большой вес, друзья, большой вес на сцене. Это не так уж просто управлять собою. Красава, красава! Девчонки, можно вас попросить поснимать? Я хочу тоже что-нибудь сделать. Вот все, она уже... Повалялся немножко, пол протер пацанам. Я хочу тебя рассмотреть!
Этикет не позволяет! 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 Этикет не позволяет зевать в присутствии монарха! Я повелеваю тебе зевать! Я повелеваю тебе то зевать, то не зевать! А сесть можно? Будет тебе и заход солнца! Я потребую, чтобы солнце зашло! Но сперва дождусь благоприятных условий! Велите? Повелеваю! Иди! Странный народ эти взрослые! Это было просто по-королевски. Вы со мной согласны? Да! Видишь, что согласны. А следующее мое шоу нельзя увидеть обычными глазами. Его нужно видеть обычным, точнее, необычным зрением. Нужно открыть его. Чтобы его открыть, нужно поймать идею, посеять ее в голове. Она должна прорасти у нас где-то в животе, вылиться через слова и бум! У вас открывается невиданное зрение. Короче, с праздником всех. Вот, идет митинг у нас, идет митинг. Меня уже хотят убрать отсюда. Но мы не будем убираться. Мы будем смотреть это. Прям для вас, центра событий, прям внутри дорожки нахожусь, друзья. Все специально для вас. Дядя Жека, это специалист по купольным домам, друзья. Можно по всей сути. Как зайти, так и выйти. Русские, кричи ура! Типа не хочешь? Хотел помочь, не получилось. Вот такая разная у нас Россия бывает. Полисмены, казаки. Молодое поколение. Не спеши. Не спеши.
вместе. Так, похоже, они сейчас все придут на сцену. Какая-то пробочка. Друзья, какой праздник сегодня? День Победы! Ура! Ура! Вы русские так вот, нет? Здравствуйте, красавицы! Какие у вас одеяния? Пробочка, пока стоим. Посмотрите, дядька, у него, наверное, бочка там, короче. Думаю, взорвать опасно, фитиль короткий. И вот эта песня «Ты живи, моя Россия». Участничество проекта «Голос». Ну вот и все. Послушайте, какой у него голос. Залез немножко в кадр к РЕН-ТВ. А что могу себе позволить. Так вот, быстренько прошли и все, пошли на этаж. Мы встречаем колонну парада дружбы. Приветствуем многонациональную колонну парада дружбы России в Сочи. Ура! Ура! Сегодня вместе с нами на площади военный оркестр Росгвардии войсковой части номер 3662. Национальные коллективы, казачество, представители Армении, также Грузия, Кавказ, Беларусь и Украина. Громкими аплодисментами встречаем наши колонны. Thank you.
нашем любимом городе проживает более 130 национальностей. И все мы живем в мире и согласии. Ну, я люблю тебя, Россия. Я хочу, чтобы ты цвела, словно птица в небе синим, распахнувши два крыла. Ты согрела пол планеты, 100 народов, 100 племен. Мы твои родные дети. Вот дети в поисках просветления. Друзья, предлагаю переместиться на набережную и посмотреть, что там происходит. Там тоже, я думаю, не скучно. Поэтому прервемся и как только продолжится, так будет набережная. Солнце уже садится. Очень-очень жарко в Сочи, друзья. Почему бы и не ехать на велике по дороге, когда ты соблюдаешь скоростной режим? Почему бы и да? Не заснял, сейчас угостили меня канапешечки, вот, дали визиточку. Ну, тут написано, что мой подарок — яблочно-имбирный пунш. Вот. До 1 числа. Вегусто. Хороший, считаю, рекламный ход. Мы с тобой проехали через бурный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, что случилось, что стало в стране, и простим, где нас горько обидели, по чужой и по нашей вине. Принимаю, что было и не было. Только жаль, на 30-м году слишком мало я в юности требовал, забываясь в кабацком чаду. Как дух молодой не расшелудясь, так же бьется, как поле трава. Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая, сорви голова. Спасибо. Край. Старый клен, стучит в окно, приглашая нас с тобою на прогулку. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь по берегу. Отчего мне так светло? От того, что ты идешь. О, собачка купается, смотрите. Морилася. Да я не меньше. Тоже так хочу. Немножко сбитая в бок подсветка.
И совсем сбитая. Два нефункционирующих, да, фонтана. Функционирующих. О, узнали со спины? Высоцкий, господи, Высоцкий. Я вообще... Не подумайте, что я не узнал просто. На уме крутилось два персонажа. Если кому интересна афиша Сочи, вот мельком вам покажу. Вот, даже Кубок КВН 23 августа. Автопарк в Сочи — это вообще отдельная тема. Здесь такие машинки есть. Бентли. И вот она, красавица, посмотрите, едет, едет. Она еще едет. Друзья, ни в какой Абхазии вы не увидите такие архитектурные сооружения. Вот они, поистине глобальные, масштабные идеи, воплощенные вот в жизнь. А вот и пес уже покупался. Чистенький домой пошел. Ладушка. Возможно, Лермонтов. Не узнаю его издалека. Скинь мне ссылку на его, я могу записать тебе с экрана и прислать запись с экрана. Если только так. Что, как дела? Да я прогуливаюсь. Пошел до сторону Ваньки на Театральную 2, где Кинотавр. Там сегодня цигун, 7 часов. Хочу на это дело посмотреть. Поучаствовать, попрактиковать. Праздник идет на Вагинской, короче. Ну, я подснимал этот марш. Вот, ну и сейчас иду, снимаю, что наши пятизвездочные отели, гостиницы, машинки красивые. Вот. Или что это? Это Астон Мартин. Мама моя, да? Какая красота. На всех пятерочках. Бэха на всех семерочках. Очень жарко, очень. Заканчивайте переход. Стоит красавчик Lexus. А рядом с ним вы только посмотрите, какой агрегат. Хорош, хорош, мерзавчик. Посмотрите, какой очередной шедевр от местных умельцев. Такой вот то ли конь, то ли пес. Альбатрос. Вот, девочка на ягуаре, друзья, выглядит именно так. А не старшеклассница с банкой Ягича. Две разные вещи. Вот, какой-то парк. Местные фотографы. Вот, по газону ходить нельзя. Почему по газону ходите? Мушмула, друзья. Вот такое ощущение, что отсыла уже. Уточка.
смотрите, как она поймала спокойствие. Видите ее? Вот она. Мэмка, посмотрите. Еще не отредактированное, смотри, здание, да, стоит. То есть прям в центре Сочи такая стариночка очень. Ага, впервые вижу. Значит, дачи, театры, скверы. Вот, и мы идем на Цигун. Масштабненькая конструкция. Приятно находиться здесь, чувствовать силу эту, силищу. Феррари. Друзья, и вот еще один парк. Такой немножко с бамбуковой заросли, с таким вот незаметным входом. Ягуарчик проехал. Друзья, и вот на Театральный 2 здесь расположился кинотавр. То есть показывают фильмы днем. Сейчас почему-то их нету. Обычно они тут идут. Вот, вот программа у нас. Здесь висит на столбах, во всех соцсетях. Уж можно приходить и смотреть кино. Читаю квартал, думал 95-й. Оказывается, восточный. Мы пойдем на спуск. Такая вот антуражная у нас лестница. Ведет на набережную. Посмотрим, что там все-таки. Мы прошлись, но набережную так и не видали. Здравствуйте, сочинский кот. Как вам живется здесь? Котик. Положительный котик. Как положишь, так он и лежит. Ну, вот специальное обозначение спуска к морю. И ресторан на ресторане. Один лучше другого. Приятного аппетита. Один лучше другого. Разные всякие стили исполнения. О, битая плитка. Посмотрите, как стильно. Вот наше государство дает китайским гражданам работу. Мы за дружбу народов. Такая вот скрытая тропиночка, пойдемте по ней. Колясочки замертво вставшие здесь. Оп, и мы попадаем в курилку. Курилку не для смертных. Курилку видно для организаторов мероприятия. Посмотрите на пляж, он заполонен. Народа просто вагон. Вот специальная сцена. Ребятки делают, наверное, джем. Вот пошла музычка. Байдарочка, за ней еще две прицепом. Может быть, этот кот будет разговорчивее. Здравствуйте! Вас не отвлекают соседи шум Андрели? Видите, какой он положительный. Ко всему можно привыкнуть. Представляете, каково ему в его шубке. Это ужас. Как жарко. Смотрите на меня, я потный. Фу. День добрый. Добрый. Так что, друзья, пляжный сезон можно считать открытым. Thank you.
Я вот не первый раз вижу такую лавочку. Тоже очень интересно. Буква Т, опусти, да? Опусти маленького парня. Давай. Ага, пожалуйста. Больше как модели полубоком стали. А вы блогер? Стоп. Я, да, немножко. Канал «Эпичный индивид». Так. «Эпичные люди». Индивид. Ага, буква Г у нас получилась. Поменяем эти местами, и все получится. Буква Т, ура. Такие, друзья, дела. Если что, берите на заметку. Сразу меняется атмосфера, да? Все это будет скоро в лежачих тушках миллионеров. На Красной Поляне был, но сложно пока понимать. Смотрите, это самый последний курорт «Роза Хутор». Угу. Мы, волонтеры от «Роза Хутор», зовем подняться людей наверх. Ну, вот. Да. Покупаете подъемник, взрослый стоит 1590, детский 950. Угу. Поднимаетесь с одной пересадкой на самый верх, первая дверь налево на самом верху, и вот такой купон вам дает просто бесплатный сувенир, который вы могли бы купить за деньги, а так получите бесплатно. Здорово, да. Мощно, да? Да. Подъем входит все подъемники, там очень много развлечений, смотровые площадки, парк водопадов, а здесь у вас все карты. Благодарю вас, да, за информацию. Друзья. Всего доброго. Так, тут более танцевальная такая атмосферка. Ух! Просто усыпано шушками. Там прям их столько-столько, ой, мама не гори. А вот пиратский корабль причалил. Извините, а вы с этого корабля, да? Вы пираты, нет? Нет. Нет, извините, обознался. Сколько стоит на парапланере прокатиться? А сколько это по времени? Понял. Все, на канале «Эпичный индивид». Будет рекламка на канале «Эпичный индивид». Чувак просто любит Эммандамс. Смотрите. Надо же так любить Эммандамс, что набить его на плече. Это прям как бог. Как что-то такое, что... Я не знаю. Всю жизнь отдал бы Эммандамсу. Какой вид открывается, друзья. Давайте посмотрим поближе. Все, закончился вид. Друзья, не снимал самого начала, ну, короче, как обычно, я непонятными мне путями, непонятными никому путями попал. Непонятно куда. Вот. Здравствуйте. Скажите, а как обойти? Я что-то не могу к вам попасть никак. С набережной не попал. Куда обойтись? А у вас Иван работает спасателем. Вот хотел поздороваться, это друг мой.
пока. Вокруг большой круг там давать, далеко уходить? Да нет, вы уже пришли. Вот, видите, как быстро сработала охрана. Я вообще думал, что я даже перелезу, но нет. Интересная конструкция. Ларчик. Советское такое старое пошарпанное здание. Но сюда приезжают отдыхать все звезды, дают здесь концерты. Поэтому это гостиница, именно она очень прокачана. Или отель, как назвать это уж. Я уж даже толком не знаю. Кондёр чувствуется сразу. Свежесть. Пока охрана спит, мы прошли. Крылышки, посмотрите, какие прекрасные. Не мешай фотографировать, но... Все хорошо. Видите, какие бывают падения, да? Так зашел и... Пронет. И продолжаем движение дальше. Здорово, да? Как Фитмана играть. Выдумала луча, плоды, но почему-то они в невкусном состоянии находятся. Ну, девчонки любят вкусно готовить, да, девчонки? Конечно, не надо. Кому нужны такие красивые, как эти цветочки? А вот, наверное, все звезды, которые здесь успели побывать, можно пробежаться, посмотреть. Вот, узнавайте своих кумиров. Все они тут. Привет. А скажи, Иван у вас здесь есть? Где Иван? А где он? Ну, если можно, я с ним увидеться. Давай я пока на посту постою за тебя. Если что, буду кричать, не тони. Буду кричать, не тони, тебя жена любит. Все, так работает связь со спасателем. И так не работает фокус, фокус. Старенький телефончик мой разбитый. Куда пошел? А это где? На пляже. Да ничего, я же позвоню ему. Благодарю тебя, друг. Вот тоже пространство готовится. Лепс поет для нас. Секретная информация. Нахожусь в бытовке у спасателей. Вот у них тут тренажерочка небольшая. Там вот спальные места. Вот. Ну, здесь что, обеденная зона. Вот. Приземлился, пью чай. Вот с корешем повидался, все хорошо. Он ушел, бежал людей спасать уже. Я сейчас поеду домой. Благодарю от души. На самом деле можно заблудиться, но... Все, мы опять на том же месте. И возвращаемся домой. Такой вот антуражный кафе-ресторанчик с птичками китайскими. Thank you.
Добрый день, можно взглянуть разочек, как это делать? Там будет жемчуг, нет? Нет. Какашечки убираем. Можно подавать к столу, да, уже? Сколько одна такая стоит? Благодарю. Я хочу вон ту маленькую. Большой? Кого? Маленький. Маленький 300 рублей, который нижний. 22 пули заряжают, 20. Сколько вам? Вот 200 рублей. Чтобы пострелять. Причем здесь игрушка? Я говорю, у нас минимальная от 300 рублей и выше цена игры. Пошли в тех за 200 рублей. Хотите, пошли. Могу за 200 рублей вам поставить? Да, только просто. Нормальное ружье, чтобы оно... Конечно, зачем вы тут? Только я не достигну. Без приза, да? Ба. Без приза 200 рублей. Да, 22 нет, пульки. Вы не нервничайте. Просто у нас призовой тир, вот вы сбиваете все баночки и выбираете игрушку. А так как у нас призовой тир, цена игры... Понятно, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько будет стоить мою голову запустить, дорогой? Маш, сейчас подойдет. Ну так, притяните. Обратно сделать разноцветные. Да, можно только это не снимать? Да, он просто это, в режиме ожидания. Да. Сколько будет стоить голова? 500. Наверное, идет дешево, да. Брейды там идет, если по всей голове, 200 рублей штука без материала. Угу. Ну здорово. А материал? Материал, сколько? Да, вот, видите, любой можно выбрать. От 300, да, то есть. Интересно, здорово, девчонки. Да. Удачи вам. Спасибо там. И вам. Клиентов платежеспособных. Зайдем сюда. День добрый. Кондиционер у вас догоняет немножечко. Кондиционер, да? Работает. Улицу холодит. $20,000 машиночка, вот это вот газ, Тигр. 15 танк. Любую вообще игрушку фанатам войны и прочих мероприятий здесь можно найти, как сувенирчик. Тепло ли тебе, девица? Кощей посмотрите, как. О, обезьяночка, на государя похоже. Что делал слон, когда на пришел Кутузов? Сейчас, погоди. Можно. То есть это все в масштабе сделано. Все как есть. Кипятрил. Приправки, очки, панамки, футболки, маски, сувениры, перекусить фруктовые коктейли.
сценки везде есть. Артисты везде есть. Пивнушечка, какао. Все, пивоварня. Посмотрите, какой городочек на воде. Вот там детворе здорово, да? Дядька тренируется. Я вообще стоять не могу, друзья, если честно. Приятно видеть жизнерадостных людей. Именно не из числа туристов, а из числа, ну, тех, кто оказывает услуги, тех, кто так зарабатывает. Крутани пятачка, пятачка! За носиком вы видели? Вы видели ее? Вот это силище. Уж, красавчик. Вот, когда нет народу, видите, чтобы привлекать, надо, чтобы кто не катался. Вот. Можно устроиться на работу привлекатором. Вот, у нас в Сибири за 20 рублей, по-моему, были такие вертолетики, в небо пускаешь, он светится, крутится и падает. Ну, просто пластмасска с светодиодиком и батареечками. Вот, и здесь, ну, есть даже такая должность, что можно устраиваться и, ну, их пускать, и привлекать тем самым. Вот, смотрите, бог морей. Здравствуй, Посейдон. Я ждал тебя. И ты меня ждал. Кто из нас кого ждал? Вот. Да будет мир в мире. Пусть никто не потонет в этом году. Благодарю тебя. Классный рукавчик. Здесь живая статуя. Живая статуя. Она в другую сторону. Красавчик. Вот так вот управлять вниманием, это вообще многого добьешься, короче. Прям отвечаю вот сейчас. Если еще мысли сейчас направлять, ты прям можешь визуализировать, прям доставать предметы из пространства вариантов. Прям отвечаю. Не зря тебе работа дана, ты прокачаешься. Я бы не смог так стоять. Это большое будущее. Вот, деревянные сувениры. Можем забежать быстренько глянуть. Добрый день. Приятный запах дерева такой. Кружечки по тысяче. Бабушка уже ушла, я росла. Подожди, подойди сюда. Парахончик. Чесалка ног, да? Я правильно понимаю? Немного спины. А, точно, спинки. Просто она как-то ближе к ногам, я такой сразу подумал, как ассоциация сработала. Вот, а здесь модельки попроще, да, уже по 600. Ну, просто металлических сейчас было, это в сувенирах, там прям точная копия. Ну, процветание вам, все добро. Еще один тир. Видите, смотрите, сколько забегалочек, сувенирочек. Отсюда можно такие артефакты увезти вообще. Приятно пахнет благовонием. Прям как у нас во Фридоме. Уссурийский тигр, 187 тысяч. Thank you.
жаба с сигарой. Тоже, например, Китай жаба считается воплощением светлого начала Ян. Также она символизирует обогащение, являясь атрибутом бога денег Лю Хая. В качестве символа богатства туда-сюда. Шмот. Индийский. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятный магазинчик у вас такой. Вряд ли кто-то соблюдает, но позаботились, уже хорошо. Душ, конечно, везде есть, на каждом пляже. Страшные куклы ставить на вход – это решение. Ну вот, можно сказать, вы со мной побывали на набережной. Что-что, простите, здравствуйте. Что вы хотите сказать? Говорю, повыше. А, повыше, благодарю, благодарю. Девушка вон, посмотрите, приветливая такая, рученькая. Вот. Жениха, наверное, ищет. Здесь наверху мы выступали со змеями. Змеи вообще везде выступают. Девчонки, а сколько будет стоить мою голову запусти? Много маленьких таких. Вот как вот у нее. Да, вот у нее, у нее. Смотрите, вообще будет от 2,5, но есть непрофессиональные. Это будет от 1,5. То есть, если ученицы будут делать, да, то полтора. Здравствуйте. Вот я носил их уже, но они мне что-то надоели. Вот думаю, может, еще разочек сделать это. Ну, вот много-много вот таких красивых, да. Ну, вот это Брэды, да, Эмиду. Да, такое. Вот такие или... Ну, это мы с вами на часа 4, да, сядем, надо сидеть. Это такие материалы. Не про цвет, а материал. Ну. Такие. Ну, они вроде. Вот такие от 2,5, те от 5,000. Ну, у меня пол головы осталось, да? Понятно. Сейчас я пока не готов, но буду иметь в виду. Да, я... А это способ передвигаться, если у тебя мания величия, и ты привык смотреть на всех с высока. Можно даже так танцуя. $5 рублей. 15 300. Кофе.
кот. Кот, вы посмотрите, где он. Он повелитель мира. Нам закрыта сюда дорога. Друзья, ну а вот этот дядька, он стоит здесь вообще постоянно, всегда. Вот сколько здесь хожу по этой улице, каждый раз его вижу. Вообще такой стойкий у него. Я не знаю, медитирует постоянно. Я прям горжусь им. Понимаете, вот многие из вас, и я в том числе, не можем усидеть на месте просто, даже две минуты. Просто он стоит всегда здесь. Это просто стойкий вообще характер, волевой человек. Представляете, если его силой мысли управлять галактиками, это, ну, вот его бы я выбрал в президенты, он... Фонтанчики, давайте посмотрим, работает, нет? Нажимаем, и водичка пошла. Такая тепленькая, не очень, но есть возможность купить. Ну все, начинается ночное Сочи. Друзья, ну и прошел сегодняшний день, сегодня праздник, День России. Вот советую поддавать сомнению всю информацию, которую вы получаете, и проверить, что это за праздник. Я не вдавался, но наверняка там в основе лежат какие-то политические мотивы, какие-то демонические там перетрансформировки. Вот, но у нас все хорошо. Вот, мы все рады, благостные, довольные. Вот. Лайк, подписка, вот буду делать больше. На сегодня ставлю задачу опубликовать это видео как можно скорее, потому что у меня в долгом ящике такой объем информации, там столько накопилось. Поэтому хватит ждать, пора действовать. Лайк, подписка однозначно.